Пикассо всегда нравились карнавалы. Он был завсегдатаем на местном бое быков, скорее цирковом зрелище, чем кровавом спорте. Коррида – одна из бессмертных тем Пикассо. Он восхищался искусством матадора и трагичным в своем упрянстве быком, древним символом сексуальной мощи. Бык превращен в минотавра, получеловека, полузверя. У позднего Пикассо образ меняется. Это не гордый минотавр, а бесстыдный гном-извращенец, смотрящий на зрелую девицу, играющую с обезьянкой. Последние годы жизни Пабло Пикассо. Последние два десятилетия своей жизни самый знаменитый художник 20-го столетия уединился в своей вилле во Франции. Полотна, которые мы здесь видим, известны как «Поздний Пикассо». Став достоянием публики, они породили еще более жаркие споры о его творчестве, чем когда бы то ни было. Жаклин, последняя жена Пикассо, отгородила художника от внешнего мира. Когда Жаклин приобрела телевизор, Пабло заинтересовался кино. Многие вещи забавляли его, в частности, борьба. Пикассо в этом нравился некий юмор, черный юмор борьбы и ее ненатуральность. Он много писал людей в объятиях друг друга, валяющихся, катающихся, вроде бы занимающихся любовью. Но возникает вопрос, а так ли это на самом деле? Последний период творчества, дистанция между зрителями и картинами уменьшается. Можно сказать, что Пикассо смотрит на все через крупный план. Лучшим примером является картина под названием «Поцелуй». В 1985 году в Париже открылся музей Пикассо, где представлены работы первой половины столетия. Многие расценивают этот период как «великие годы Пикассо». В картине «Авиньонские девицы» художник открыл кубизм и провозгласил свое увлечение культурой Африки. Позже, также в Париже, открылась большая выставка работ позднего Пикассо.
близкий друг художника, писатель Дуглас Купер, назвал их «бессмысленной мазнёй старика в преддверии смерти». Но на гравюрах доминирует одна тема – изображение его последней жены Жаклин. Они встретились в 1952 году. Ему было 71, ей – 26. Она стала его любовницей, затем женой, его защитницей и музой. До Жаклин здесь проходила целая вереница женщин. Одной из последних была Франсуаза Жило, художница и мать его детей. Прожив с ним десятилетие, она первой оставила его. Ужас приближающейся смерти, его боязнь старости и уход Франсуазы – все это травмировало эго и мужское достоинство художника. Как раз в это время ушел из жизни его старый друг Анри Матисс. Шок по поводу смерти Матисса спровоцировал взрыв творческой активности Пикассо. Он рисует картину, где изображена мастерская с чистым холстом. Это приводит Пикассо к вопросу о роли и месте художника в искусстве. Пикассо относился к художникам, вызывающим у него восхищение, как к соперникам. Картина Делакруа «Алжирские женщины» стала объектом интерпретации, в частности потому, что сходство Жаклин с фигурой справа на картине сыграло свою роль. На всех ранних портретах она изображена в восточных нарядах, кафтанах или маленьких головных уборах. Позже прослеживается некая жертвенность, где Пикассо совершенно спокойно выставляет Жаклин на показ, изображая ее в патологичной манере. Последним публичным заказом Пабло было расписать стены в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в 1957 году. Композиция называлась «Падение Икара». Эта картина вызвала смятение в толпе, когда с росписи сняли покрывало. Будто люди не могли определиться, видят ли они шедевр или бессмысленную мазню гигантских размеров. Тогда роспись была переименована в «Силы добра и духа, одерживающие победу над злом».
Вскоре Пабло и Жаклин поселились в уединенной вилле в горах над Каннами, где Пикассо отметил свое 80-летие. Он продолжал усердно работать, и ценность его произведений постоянно росла. Отваживать посетителей было обязанностью Жаклин, которая ограничила круг общения несколькими близкими друзьями. Даже дети от Франсуазы Жело были отлучены от дома. Очередной порыв творчества Пикассо выразил в серии картин о мушкетерах, которые для него были похожи на хиппи. Пабло обожал хиппи за их поведение, флейты и длинные волосы. Он находил в них вдохновение. И неудивительно, что художник воспринял сексуальную революцию с удовлетворением. В своих работах и в жизни он предвосхитил ее. Для него процесс живописи и занятия любовью сопоставимы, и во многих случаях подменяют друг друга. Эротические образы представлены более чем в 300 гравюрах, созданных совместно с гравером Альдо Кармеленко. Один сюжет из первой серии Пикассо подсмотрел у Энгра. Ему понравилось то, как Энгр передал настроение интриги событий, происходящих на картинах. «Я хочу нарисовать женщину, в которой можно увидеть все физические характеристики», — говорил Пабло. Этот портрет Жаклин называется «Писающая женщина». Но
несмотря на отпугивающие образы картин последних лет жизни, Пабло Пикассо признан одним из самых значимых и великих мастеров в искусстве 20 века. Самым дорогим в мире произведением искусства, когда-либо проданным на торгах, стала картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины». Лот ушел с молотка на аукционе Кристи за рекордные почти 179,5 миллионов долларов. «Алжирские женщины» — это целая серия работ мастера в стиле кубизм. Каждая из картин обозначалась буквой алфавита. Но и самый дорогой, как показал аукцион, оказалась версия «О». Она была написана в 1955 году. Эксперты оценили лот в 130 миллионов долларов. За произведение Пикассо боролись сразу несколько покупателей. Кому досталась картина, не сообщается. Известно ли, что новый обладатель шедевра участвовал в торгах по телефону?
bell-bottom bummer asshole. Remember the story of Pablo Picasso. He could walk down the street and girls could not resist the stare. Pablo Picasso was never called an asshole. All right, this is it. Well, some people try to pick up girls and they get called an asshole. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare. And so Pablo Picasso was never called an asshole.